Самая разница во всех интернатах системы прав техедукации принимают гостей. Удельниками третьего областного этапа Республиканской олимпиады по 17 учебных предметах стали 1400 человек. Причем на протягу тыдня школьники из всех районов области будут не только принимать удел у спаборництвах. Необходимо створить им умовы для отпочинку и предугледить мощности для подрыхтовки. У интернате аграрно-технического лицея подрыхтовали специальные телевизионные покои, кухню, спортивную залу и библиотеку. Плюс створили умовы для комфортного проживания. Прикладно вот в таких умовах будут жить удельники спаборництва. Покой на 4 ложки. У этом номере есть еще и холодильник. Телевизора, правда, нема, але школьники приехали сюда не забавляться. До того ж, у каждого есть планшет и ноутбук. Застается только подключиться до интернету. Если мерковать по колькостных составах команд, наибольш значной популярностью у сучасных школьников користаются математика, белорусская и русская мовы, а так само информатика. Разом с тем, стать лепшим можно у олимпиаде по любой замежной мове, у темлику китайской, а так само астрономии и працовном навучании. Зараз головное трапить у состав областных команд на республиканский этап. Его диплом дает 11-классникам мощность без экзаменов поступать у любую высшую научную установу Беларуси. У связи с этим, после удела у районных спаборництв, шмат кто с перемоссов, навык перешел на индивидуальный график занятков. Для подготовки также требуется не только школьная литература и теория, а нужно решать очень много задач, потому что главное в этом – это опыт. На олимпиадах сложные задачи, но мало того, что они сложные, они большие, и они представляют собой научные такие небольшие работы, я бы сказал, научно-исследовательские, которые нужно вот решить от начала и до конца. Областный этап Республиканской олимпиады по учебных предметах завершится в пятницу 12 студеня. Сегодня у его удельников был по сути организационный день, а так само мощность познакомиться один за одним. Уключение только у удельников с поборницей по информатике. Их выник у нашей ступени задержит от стану компьютеров. Необходимо проверить их на наявность мощных технических проблем. До речи, самый молодший удельник по этому предмете учится только в 6 классе, але в уключении не иснует ни для кого. Как стать лепшим и трапить у республиканский финал, необходимо показать веды не горшие, чем у выпускников средних школ. Каждый пятый ребенок, который принимает сейчас участие, так сказать, будет представлять нашу область на республиканском этапе. Подготовка к олимпиаде шла в каждой школе, в каждом районе, с тренерами команд. И вот как раз эти 5 дней возможность для ребят показать, какие результаты вместе с учителями они имеют, какие успехи имеют и насколько конкурентоспособны. Мы ждем от ребят одного высокого результата на республиканском этапе, который пройдет в марте этого года. И, конечно же, рейтинга, хорошего высокого рейтинга Гомельщины на республиканском этапе, такого, который мы, в общем-то, имеем последние годы. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».